Привет, великий народ. Гуляем с Лакухой. Вот сейчас вот в планах зайти до реки Вуан, туда вот наверх. Вот, и оттуда начать повествование. Ой, а я же уже начал повествование. Что-то я это притормозил. Вот, давайте я сейчас прямо с вами пройду туда. Вот и все покажу. Мысли были. Думаю, ну туда приду и оттуда начну, чтобы так как круг почета начать. Вот Лаки, как же не обнюхать все вокруг. Вот Лаки же уже все, как говорится, свои собачьи дела сделала. Вот, нужно просто все понюхать, везде побыть. Вот, ну давайте пойдем потихонечку. Только что сидели в Ocean Cafe, пили кофе. Вот, классно там, кофе вкусный. Я всегда покупаю двойной эспрессо. Вот, две порции в одном стакане. Вот, и мне очень нравится. Очень крепкий, вкусный кофе. Но это для любителей. Вот, вообще все капучино пьют. Вот, но я с молоком не очень люблю. Что-то я о том, о сём, и о кофе, и о капучино, и о море. Так, Лакуха, давай пойдем. Так, даже тут лежит бутылка пустая. От дорогого напитка какого-то. Что это такое? Я не знаю. Вот, наверное, коньяк какой-нибудь был. Коньяк, я конь. Выпил коньяк и стал я конь. Так, штормик сегодня. Шторм, ребята. Вот. Лаки, пойдем, у нас по прогнозу сегодня показывать реку Вуан. По планам. Сейчас мы выполним план. Кто в советское время работал, ну, с тех времен, как говорится, пятилетку за 3 года, да? Так, мазь для суставов, пробник бесплатно, семейная пасека, продукция сделанная, тра-та-та-тра-та-та, лавка пасечника, вот, все дела. Архипка, друзья, какая она есть. Вот когда я снимаю такие вот видео, я никогда не монтирую ничего, просто так сбрасываю все. Но вы все сами видите. Единственное, что бывает, что камера не перевернется. Мне приходится рендерить это видео, чтобы сделать его, ну, правильно. То есть, бывает, оно как-то в другой ориентации. Вот мне очень нравится, знаете что, вот делать такие видео, как я летом делаю. Вот, фото-видео коллекция называется у меня на канале. Посмотрите у меня на канале. Зайдите в раздел видео. Вот, и на канале Валерич особенно. Вот там можно найти такие под музыку с камеры. Обалденные. Я вот вчера пересматривал несколько штук. Даже не верится, что сам слепил. Так, река, ребята, чуть-чуть она у нас, вот цвет такой вот, как есть, на моем S22 Ultra, Samsung, камера хорошая,
Ну, в каком-то смысле хорошая. Камера есть камера, я люблю именно камеру. Вот, но снимаю на телефон, потому что легко быстро отправить. Не надо домой тащить, монтировать и все прочее. Вот, значит, река чуть-чуть мутненькая. Волны. Стоят Анастасия и барракуда вон там. Ржавеют. Но к лету это все подкрасится, подчистится. Они очень хорошо все это делают, работают. Ребята очень все конкретно делают. Ну что ж, теперь давайте посмотрим, что там творится на морях. Если ветер мне не помешает, скорее всего, не помешает, потому что я ладонью закрываю микрофон. Так, меня также просили мои подписчики снять так называемый детский пляж, как они сказали. Но это и есть детский пляж, раньше назывался детский пляж, да и сейчас он, я не знаю, как он называется. Вот, но мои подписчики всегда почему-то называют его коса. Вот, я сам так никогда его не называл, коса. Что значит коса? Намывают косу, это когда нормальная погода, просто штормик. Намывает такую косу долгую, длинную, вон туда, в ту сторону. Вот, ну, в общем, можно аж переходить на ту сторону реки. Почти что можно. Но тут хлам, ребят, вот видите. Как есть, так и показываю. Тут хлам, значит, бревна всякие, лаки исследуют территорию. Она здесь, наверное, не в первый раз, просто... Вот давайте отсюда сниму, чтобы вам было виднее. И пойдем тогда уже дальше на Санаторский. Вот. Река немножко мутненькая, но спокойная. Вот, то есть из реки ничего не тащит сейчас в море. Река не разлилась. Все хорошо. Пойдемте, вот 5G. Пойдемте теперь на Санаторский пляж сходим. Все-таки это ближе там к цивилизации. Вас всегда к цивилизации ближе тянет. Это я такой. Запрусь с утра и сижу один. Думаю о своем. О своем поведении, да, как говорится. Люблю одиночество, тишину. Так, что у нас тут? Тут у нас... Представляете, море невероятно. Лаки, пошли. Штормит. Я только позавчера включил отопление в доме. Вот, и то по причине сырости такой вот, которую несет все. Ну, сырость. Я, наверное, скоро отключу его опять. Потому что теплые дни. Ну, что солярку просто так жечь? Она денег стоит. Обогревателями нормально спасаемся. Так.
Так, шезлонги, ребят. Меня спрашивали, почем шезлонги сейчас. Вот, ну, наверное, прикалывались. Ну, отвечу. Как говорится, на прикол, прикол и ответ. Вот, приезжайте, ребят. Если вы хотите снять здесь шезлонг сейчас, то ложитесь, я за вас подпишусь. Вот, ни копейки с вас никто не возьмет. Вот, как говорится, я угощаю. Вот так вот. Ответим. Бимка. Собака Бим. Волнорез освободили все-таки. Можно пройти теперь на волнорез. Так, собака Бим. Ладно, куда ты пошла? Вот придется повторять ее маршрут. Поводочек тянется. Так, Бим, что ты там делаешь такое непристойное? Ай-яй-яй. Ну ладно. Что ж. Бим! Бим! Никакой реакции вообще. Дело в том, что они знакомы, ребят. Они знакомы и все нормально. Бимка, который палки вытаскивает из воды. Шторм сегодня, ребята, вот такой вот. Так, ребят, хочу вам еще раз сказать, что у меня есть второй канал, Валерич. Вот. Канал в Дзене. Вот, куда я вас тоже приглашаю. Я уже не знаю, случится, что с Ютубом не случится, но вот, если вдруг случится, то я буду в Дзене. Бим такой благородный, девушку не обидит. В общем, ребята, смотрите, пляж убирают, но беда в том, что вот смотрите, гравийка, да, она смешана с досками, с бревнами, со всеми делами, и приходится как-то фильтровать все это очень интересными образами. Вот, но тем не менее, наши справляются. Вот, почистили пляж. Я думаю, что как-то нужно делать, чтобы еще в реке все эти бревна вылавливать, чтобы потом все это не вылетало сюда. Я не знаю, плотину никакую не построишь, чтобы ловить эти бревна. Вот, что делать? Я не знаю, я не инженер в этом деле. Вот, ничего сделать не могу, подсказать, чтобы пляжи были чистые, потому что слишком много финансов идет на то, чтобы очистить эти пляжи. Ну вот такая вот сегодня прогулочка у нас получилась. Извиняйте, что так как немного, всего сколько там, 14-15 минут. Лаки вот сидят замерзшие, сейчас надо будет их загнать, да, Лаки? Вот такая получилась наша прогулочка, ребят. Всем спасибо за внимание. Вот. И всем хорошего настроения, здоровья, счастья. Вот. И всего самого хорошего. Продолжение на канале Валерич. Ребят, смотрите на канале Валерич Архипелаг. Мой второй канал. Пока-пока.